Добрый день, друзья, с вами канал Кур в Мегаполисе, меня зовут Эдуард. Сегодня я хотел бы несколько слов сказать о бройлерах. Вернее, не о бройлерах, а о здравчике применительно к бройлерам. Вот сегодня моим броликом, а это кобы 500-е, словаки, им сегодня 44 дня. Ну, сейчас возьмем вот одну клетку, ну вот эту, например, они наверху, здесь мне удобнее будет с ними работать, и взвесим, посмотрим, какие же они веса показывают в 44 дня. Ну вот первый из них 2869, ну табличку обгоняют немного. Ну вот этот вот уже показывает 3490, ну прекрасно, прекрасно. Вот еще один, 2959. А эти вот здесь гуляют у меня под ногами. Ну вот этот вот 3 килограмма ровно весит. Ну а вот этот вообще уже за пределы кобовской таблицы вышел. Кобовская таблица заканчивается в 63 дня. И там вес, по-моему, 3900 с чем-то. Ну, пусть будет 4 килограмма, да? 63 дня. Ну, вот сегодня 44 дня. На 20 дней таблицу обгоняет вот этот вот товарищ. Так, друзья, ну, с бройлерами мы познакомились. Теперь непосредственно перейдем к оздравчику. Ну, и я, наверное, так вот прям по пунктам выделю положительные моменты, которые влияют на здоровье бройлера. Ну, во-первых, улучшается качество воздуха в помещении, что очень важно для птицы, которая может страдать легочной гипертензией, которая приводит к асциту. То есть здесь у нас профилактика асцита. Вот, первым пунктом идет. Во-вторых, за счет того, что работает микрофлора кишечника, улучшается пищеварительный процесс, улучшается в том числе и конверсия корма, который стремится... Ну, я не скажу, что к единице. Ну, корма птица потребляет меньше. Это замечаю не только я, но и некоторые мои друзья, птицеводы, которые тоже здравчиком пользуются. Во-вторых, идет профилактика синдрома внезапной смерти, и в том числе инфарктов и инсультов, от которых птица нередко погибает. Ну и опять же, улучшается опорно-двигательный аппарат бройлера, что тоже очень важно для такой птицы, которая очень быстро набирает вес, да, и нередко страдает различными патологиями, связанными с суставами. Ну, в общем, на этом кто-то может ролик выключить. А кому интересно, почему же здравчик работает, я сейчас все прям досконально расскажу. Ну и начну с того, что здравчик не является лекарством и панацеей от всех проблем. Это аминокислотный комплекс, кроме того, включающий в себя пробиотики, живые бактерии и пребиотики. Это пища для кишечной микрофлоры. Он в первую очередь формирует положительную микрофлору кишечника, которая в свою очередь обеспечивает крепкий иммунитет птицы. Мы знаем, что 70% иммунитета находится в кишечнике. Также микрофлора синтезирует витамины и способствует их усвоению. Совместно с ферментами расщепляет белки, жиры, углеводы, клетчатку, борется с патогенами в виде грибов и вредных бактерий, а также сдерживает рост таких микроорганизмов, как акцидии и кластридии. И здесь у здравчика, кстати, союзником выступает аскорутин. И здесь, наверное, несколько слов нужно сказать об аскорутине. Вообще у меня несколько роликов есть на эту тему, но кто-то впервые на моем канале, либо подзабыл уже о пользе аскорутина. Я, в общем, вкратце сейчас расскажу, что же такое аскорутин. Это комплекс, включающий в себя витамин С и витамин П. Ну, в частности, будем говорить о рутазиде, который укрепляет иммунитет стенки сосудов, формирует сеть капилляров, что очень важно для бройлера, который страдает некрозом сосудов. Рутазид способствует также образованию желчи. Почему это важно? Узнаете позже, я думаю, об этом я расскажу, мы эту тему затронем. Участвует в выработке ферментов, стимулирует метаболизм в тканях. Совместно с витамином С рутин обладает антибактериальным эффектом,
Кроме того, за счет укрепления клеточной мембраны снижается возможность проникновения внутрь клетки различных бактерий, о чем я уже говорил, профилактика коксидиоза. Стимулирует синтез синовиальной жидкости. Это смазочный материал для суставов. При воспалении сустава, кстати, синовиальная жидкость становится жидкой и теряет свои смазочные свойства. Я думаю, вы нередко видели при забое бройлера, когда надрезается коленный сустав, оттуда жидкость прям брызжет. Это вот как раз синовиальная жидкость. Также рутазид стимулирует синтез коллагена, который является основой для строительства костей, сухожилий, хрящей, связок и так далее. В общем, можно говорить о пользе рутина и рутазида очень долго. Вот, я думаю, ну, как вкратце, все понятно. Так, друзья, опять вернемся мы с вами к здравчуку. И напомню, что это аминокислотный комплекс, включающий в себе 14 аминокислот. Кроме того, здесь имеются ферменты, витамины и минералы. Полный список нам неизвестен, но о наличии тех или иных витаминов и минералов я могу судить по отклику организма птицы на пропаивание здравчиком. Кстати, сейчас еще лабораторию, где мне могли бы сделать полный анализ витаминно-минеральный. В моем хозяйстве, вот я его применяю уже второй год, получается, да. За это время я вырастил 7 партий бройлеров, ну и, в общем, кое-какие выводы уже могу сделать. Что же в первую очередь бросается в глаза? Буквально в течение первых 3 дней с начала применения препарата воздух в помещении с бройлерами становится заметно свежее. Это происходит за счет работы аммиакопоглощающих бактерий, которые начинают действовать в организме птицы. Есть еще один аспект, но о нем я чуть позже расскажу. Во-вторых, в жару птица легче стала переносить повышенные температуры. Как и многие органические кислоты, здравчик нормализует водно-солевой, а соответственно и электролитный и кислотно-щелочной балансы. Думаю, что в первую очередь это происходит за счет содержащегося в нем калия и снижения потребления воды, что сказывается на общей концентрации электролитов в организме. Но я могу сказать, что птица на здравчике потребляет воды на треть меньше, чем контрольная группа без здравчика. Если потребление воды повышенное, происходит растворение электролитов и вывод их из организма с мочой. Продолжим разговор, кстати, мои друзья, о калии. В жару, когда птица учащенно дышит, а иногда и кхыкает, и чихает, организм на борьбу с этим усиленно тратит этот самый калий. А калий – один из электролитов, необходимых для обмена веществ на клеточном уровне. В организме животных, в различных тканях и мышцах существуют так называемые натриево-калиевые насосы. Скрепленные с белками клеток, они обеспечивают циркуляцию полезных веществ на клеточном уровне и дают энергию клеткам. В том числе они способствуют правильному распределению кальция в организме. Калий совместно с магнием и витамином К2 и витамином D3 извлекает кальций из тканей, сосудов, суставов и так далее и отправляет его в кости, там, где ему и самое место. Чем же вообще чревато неправильное усвоение кальция? Если он откладывается в суставах, суставы воспаляются, опухают, на них нарастает фиброзная ткань совместно с холестерином и кальцием, развивается синовит. Птица испытывает затруднения в движении, садится на попу. При забое такой птицы, кстати, мы можем видеть достаточное количество синовиальной жидкости в коленном суставе, которая просто вот фонтаном брызжет при надрезе. Кто-то в период падения птицы на попу пытается помочь ей, добавляя в это время кальций в рацион. Но это только усугубляет положение, так как кальций продолжает откладываться в суставах на хрящевой ткани, а не укрепляет кости. Повторюсь, что в этот момент нужен калий, натрий и магний для правильного усвоения кальция. Кто-то скажет, а как же вот борглюконат кальция, который поднимает бройлера? Но я сам неоднократно рассказывал и показывал, как правильно обкалывать борглюконат кальция. Да, и иногда бройлер все-таки поднимается. Ну, я могу сказать, что в состав этого препарата, кроме всего прочего, входят и натрий, вот который необходим для работы натриево-калиевых насосов. Кстати, такие образования вот кальция и холестерина мы можем видеть не только на суставах, но и вообще на внутренних органах, там возле клоаки, на кишечнике и так далее. Кроме того, он откладывается в кровеносных сосудах в виде холестериновых бляшек, что затрудняет циркуляцию крови,
приводит к ее загущению, образованию тромбов и различным видам кровоизлияний. Кроме того, от своей природы бройлеры страдают легочной гипертензией. Я уже в начале об этом говорил. Причин, кстати, этой патологии две. Либо генетика, либо ослабленный иммунитет. И здесь можно упомянуть об опасности переохлаждения, кстати, бройлеров в первые 10 дней жизни, при котором могут страдать легкие. При этом происходит некроз капилляров, уменьшается жизненная емкость легких, что приводит к плохой циркуляции кислорода в организме и нарушению обмена веществ. Кроме того, легочная гипертензия провоцирует праволожелудочковую недостаточность и гибель птицы от инфаркта. Это вот многие называют, кстати, синдромом внезапной смерти. Кстати, несколько слов хотелось бы сказать о качестве крови. Здесь опять стоит упомянуть витамины, и в частности витамин К1. Ну, его работу я констатирую по состоянию кожного покрова бройлера и мышцам под ним. Витамин К1 способствует хорошей свертываемости крови. Соответственно, практически отсутствуют кровопотеки на теле птицы. И даже если при забое случаются травмы какие-то, очаги кровоизлияния, ну, они не обширные. Очень быстро кровь свертывается и не дает разрастаться синяку. Кстати, бактерии, населяющие толстый кишечник бройлера, преобразовывают водорастворимый витамин К1 в жирорастворимый витамин К2. Вот он, кстати, откуда берется в организме птицы. Напомню, что этот витамин К2 наряду с витамином D участвует в правильном усвоении кальция в организме. Теперь снова вернемся мы, друзья, к разговору о дыхании птицы и частоте воздуха в помещении. Здесь мы снова вспомним легочную гипертензию, которые могут страдать бройлеры. Как я говорил, причин этой патологии может быть две. Либо генетическая предрасположенность, либо аутоиммунные заболевания. Кстати, эти две причины относятся и к синовиту, воспалению суставов. Что же происходит с легкими при этой патологии? С одной стороны, повышенное кровяное давление приводит к выпотеванию физиологической жидкости из капилляров и скапливанию ее в брюшной полости, остыт. Но это не только из кровеносной системы, а также из лимфатической тоже выпотевают жидкости. Вот, и с этой патологией нам помогает справиться здравчик. За счет содержания в нем молочно-кислых бактерий снижается артериальное давление. Это уже вот научно доказанный факт. Кстати, в этом случае, вот здесь вот с ним аскорутин меньше, вместе работает, так как он, я уже говорил, укрепляет стенки сосудов и не дает жидкостям покидать пределы русел, так сказать, вот, и способствует образованию сети капилляров. С другой стороны, за счет некроза сосудов уменьшается жизненный объем легких. Это если мы говорим опять о легких. Бройлер не может, как человек, продышаться за счет вот расширения грудной клетки. У него жестко легкие там находятся в ребрах. Вот. И поэтому количество поглощаемого кислорода уменьшается. Если к тому же еще будет сильная загазованность помещения аммиаком, сероводородом и метаном, это усугубит состояние бройлера и приведет к смерти. Вообще переизбыток аммиака в курятнике приводит к его накоплению в мозге птицы. Это всех касается. Птица становится вялой, слабой, заторможенной, дезориентированной в пространстве. Чем же здравчик нам в этой ситуации помогает? Здесь я повторю, что говорил в начале. Он как пробиотик способствует заселению дружественной микрофлоры, а пребиотик, входящий в его состав, способствует росту этой самой микрофлоры, в том числе и аммиакопоглощающих бактерий, что снижает выход аммиака из организма птицы и способствует очищению воздуха. Здесь, кстати, еще можно упомянуть цинк, который присутствует в составе здравчика, он снижает уровень мочевины и аммиака в организме, а также здоровая печень, которая выводит этот самый аммиак. Кстати, достаточно большое количество цинка есть в семенах льна и тыквенных семечках. Поэтому вот время от времени курам можно давать семена льна и тыквенные семечки. Теперь поговорим о том, как здравчик помогает усвоению пищи и получению максимума пользы от этого. Здесь мы снова с вами вспомним калий. Я уже говорил о натриево-калиевых насосах,
в организме, ну, в различных тканях и мышцах. Теперь скажу о водородных калиевых насосах, которые находятся на поверхности эпителия желудка и вырабатывают желудочный сок, который, кроме того, что способствует перевариванию пищи, еще и убивает часть патогенных бактерий и дает команду печени, кстати, на выработку желчи. Меня, к слову сказать, вот нередко спрашивают, почему при забое птицы бывают пустые желчные мешки. Вот вам и ответ – нехватка желудочного сока. Но есть еще одна причина. Перед забоем птица не голодала, и желчь была потрачена на переваривание пищи. Ну вот если она у вас голодала, и все равно желчные мешки пустые, значит, вот недостаточно калия в организме. Кстати, помет бройлера нам может сказать о нехватке желчи. Он будет черным и таким маслянистым, так как жир не будет усваиваться организмом. Желчь, между прочим, убивает тоже часть вредных бактерий, которые находятся в тонком кишечнике. Кроме того, если вырабатывается достаточное количество желчи, значит, в организме хороший уровень холестерина, который участвует в синтезе тех же самых половых гормонов, влияющих на созревание фолликул у курицы, например, вот, что сказывается на яйценоскости. Но это тема уже другого ролика, что-то я тут отвлекся. Опять же, холестерин участвует в синтезе витамина D, который необходим для усваивания кальция. Еще один момент, который я хотел бы озвучить. Основная масса минералов, входящих в аминокислотный комплекс здравчик, это железо, цинк, там, марганец, медь, кальций, ну и так далее. Да? Они находятся в хелатной форме, то есть молекула металла заключена в аминокислотную оболочку. Соответственно, организм воспринимает ее как дружественную, ну, удобоваримую такую, на 100% усваиваемую, в отличие от чистого минерала, который усваивается лишь на 20%. То есть со здравчиком все идет впрок. Вот отсюда и прекрасная конверсия корма. Также вот если говоря о составе здравчика и понимании, что же в нем еще есть, мне хотелось бы провести параллель между ним и лимонным соком, который содержит полный комплекс витамина С. А это, в частности, непосредственно витамин С, К1, медь, витамин Р. Вот. У них схожие действия по выводу кальция, кстати, в организме из почек вот, в виде песка. Это я уже на себе просто тут отметил и знаю, в общем-то, по состоянию своего организма. То есть препятствуется образование камней в почках вот с применением здравчика. Кроме того, он защищает коллаген от разрушений, который нужен для крепкого опорно-двигательного аппарата в том числе. Ну и в заключение скажу, что курица это вот не лишь клюв и клоака, как некоторые думают. Вот. Достаточно сложный организм, работу которого нам помогает поддержать здравчик. Что касается бройлеров, это мясной кросс с определенным набором рецессивных генов, которые проявляются в различных патологиях, приводящих к гибели птицы. Но это такая плата за ее скороспелость и мясные показатели. И мы можем либо усугубить качество его жизни, либо создать условия, необходимые для нормального роста. Вот что, собственно говоря, здравчик нам и помогает сделать. Ну, на этом все, друзья. Если есть какие-то вопросы, пишите в комментариях. Всем всего хорошего. Подписывайтесь на канал Кур в Мегаполисе и оставайтесь с нами.